В отдел полиции вы за что доставили? За удар ножом. До одногруппника начали докапываться. Я попросил его это не делать. Потом мне прилетел удар. Нас разняли. Тот человек сказал, мы еще встретимся. Потом позвонили мне. Я вышел с колледжа с парой на улицу. Он сказал преследовать за ними. В итоге мы преследовали. Их было изначально 6. Нас было 5. И по улице Толстого в сторону Титова улица поднимается человек 25. Прилетают удары моим одногруппникам, мне. Одногруппник один сразу падает. И он начинает пинать, топтать ногами. Другого то же самое, в принципе, всех нас. После этого я вижу, как моему одногруппнику плохо. У меня был нож, я его достал, просто размахивался и говорю, отведите от меня. Они на меня шли, я убегал от них с ножом. В итоге они от меня отстали, я вижу, что одногруппника уже полностью, можно сказать, вот сейчас убьют. И в итоге так получилось, что я ударил левой рукой и на автомате случайно ударил правой рукой. И так получилось, что я его попал ножом.